Всем йоу, с вами Тёмыч, прилетели на Бали, сейчас чуть почилим, будем начинать играть, болейте за нас. Парни, как долетели, брат? Ну не то чтобы устали. Не то чтобы устали. А ты уже, я смотрю, загорел. Ну я до этого был тепленький. Разовый мем. Мы с Тёмой покушали. Так. Завтрак просто, вот я даже хотел подняться, разбудить его, поесть. Мы видим нашего психолога и говорим, ну как, как и да. Вот и он. Вот и он. Привет, Тёма. Тёма, ты красный от загара или просто набухался? Час. Короче, мы подходим к ней и говорим, как завтрак? А завтрак такой, что я хотел разбудить Тёмыча, прибежать. Тёма сам как повод сказал, завтрак пушка. И она такая стыдка. Ну так. Я сейчас эту тему хочу с Тёмой, теперь с Тёмой в такси ехали, угорали про любую фигню. Так вообще им на Бали. Ну так, так. Как ты, Толян, долетел? Нормально, но мне какая-то скотина, скорее всего, в первом самолете подсунула, блядь, хлеб не глютен-фри. Да? И мне тебе хуёво очень. Бля, так что мне хуёво. Удалось. С Тёмчиком уже сегодня... Этот больной меня потащил, мы спали 5 часов, после 20-часового рейса, он говорит, пойдем искать сим-карту. Мы, блядь, с ним часа 3 по жаре гуляли, он говорит, радуйся жизни, это мелочи жизни, это просто невозможно. Новенький. 100 долларов. Ты ведь фри купил? Да. А это не 100 долларов. Где бабки? Это не 100 долларов. Где тебе купил? Чем, да, а я купил в этом. Я в Рандону шел, мне понравилось. А это? Это? Это я хотел купить. Регулируется высота, и они поставили коробки под монитор. Ну, вроде как мониторы поменяют. Блядь, я так делал 2050. А так практически, типа, ну, небольшой, он там, типа, компы 2.2 стоят для тренера и для менеджера еще. Тут мистяк впереди. Я вот спереди сейчас. Из камеры приехал. Потащили на съемки, потащили, а я стою в очереди, и у меня по спине капля стекает. Неприятно. Капля, надеюсь, пота. Так, первый полет у нас был 6 часов, второй 9. Слетали мы отлично вообще, я поспал. Очень хорошо, сейчас едем играть в доту и готовиться к предстоящему турниру. Прем-лига прошла успешно для нашей команды. Могли выиграть финал, обидно, конечно. Заняли мы второе место, результат удовлетворительный. Могли выиграть, но обидно проиграли. Но мы будем мстить за это поражение, так что ожидайте нашу игру. Болейте за нашу команду. Пожалуйста. Пожалуйста. Вчера на пересадке в Турции вот был с Тёмчиком. Там нас попросили помочь, девушка английский не знала. И ей сказали то, что your flight overbooked, и она могла не попасть на самолет. И он ей сказал, пытаясь успокоить, что она будет спать в туалете. Серьезно? Да. Тёмыч? Да, Тёмыч говорит, ну вы будете спать в туалете, она такая, успокоил. Глеб, бери эту камеру отсюда просто. А иначе что будет с камерой? Считаешь себя серьезным человеком? Нет. Погоди, еще очень важно. Расскажи про мутанта, вот как приписка мутант появилась и все. А то вот все спрашивают, а ответ нет. Все спрашивают, а ответ нет. Есть такой исполнитель, обладает, у него есть трек мутант. Так. Он мне очень нравится, поэтому я поставил себе приписку. Он мутант. Это трек или исполнитель? Исполнитель. А трек? И трек тоже. Вот, совпало как. Я сам в шоке. Сейчас покажем вам практис, расскажем, что у нас как и в практисе. Мы чуть-чуть успели под микрофиксики сделать. Вот, поэтому сейчас получается чуть покомфортнее сделали, сейчас все кресло должно поменять. Winner, winner, winner! Но
он сказал, что да, он сказал, что типа ночью поменяют, как свалите, типа скажите и поменяют. А сейчас нет твоя. Васик, идем на них? Идем, идем. Че, мы сегодня, получается, фулл еще с кипом, дай? Да, я не могу так играть. Надо взять. Нет. У парней сейчас медиа день. Позавтракаем и погнали. Все вот так, будешь все, вот так, все. Я нарисовали его везде, сзади, везде. Можешь гладить ее, типа нежно? Да. Давай нежно ее гладь, а типа погладь. Пишите в комментариях, у кого есть отпариватель для Сани, чтобы его футболочка была мягкая и стильная. Мы дадим вам билет. Но это не точно, если что. Как правильно организовать мажор? Чтобы все было. Топ-5 советов. Топ-5 советов. Не проводить мажор на Бали. Почему? Это первое. Ну, чтобы люди о доте думали, они о видах. Второе. Чтобы практисы и чтобы практисы и комнаты для проживания были в одном месте. В поинте. Дань, как тебе мажор? Да, я видел. Я вот спрашиваю. Мажор как? Супер. Том игрок. Бэтбум. На финале. Нет, бэтбум. Следующий, Сань. Да просто любите мам своих, ребят, это самое быстро, важное. Быстро. И родителей. Не только своих. Первая нуль. Вторая. Опять, еще раз. Первая нуль. Первая нуль. Еще раз. Первая нуль. Первый дубль. Это так и должно идти, типа, увидеть нас. Первый дубль. Первый дубль. Смотрите, ребята, здесь все как один. Вот Торонто, Токио, Сейл, ГПК, Пьюр, Найтфолл, ну и Лукаш, конечно же. Я тебя разочаровал. Такой сильный, очень ты больше качаешь. А же какие ты качаешь? Баке нормально? Нормально, говорю, все. Мы сейчас едем на вот таком, это полугольф-кар какой-то, непонятно что. Короче, есть несколько гостиниц в этом комплексе, вот. И есть Римба, там находятся наши практисы, есть там просто Аяна. Это там мы живем. И получается, вот на такой машинке надо проехать где-то около 5 минут, чтобы добраться до гостиницы, до практисов. Кушать мы можем здесь вообще в любой зоне. Нам дают ваучеры на 200 тысяч рупий. Там 4 ваучера, то есть итого получается 800 на обед и ужин. Вот, завтраки входят. Завтраки вообще супер прикольные. Там очень вкусно, там и разнообразно. По идее, вообще претензий тут сложно каких-то дать, но может сумму чуть-чуть больше, наверное, надо было. Что-то не 800, а 1000 идеально. Сейчас мы едем на мини-рум-тур для вас. Вот, покажем, что как. Покажем, какие подарочки нам приготовили орги. Везде пасеки, везде всякие рестики, бары. Тут, не знаю, тут как будто все предназначено для неигры в доту, и это как будто препятствие при создании мажора, дополнительно условие такое. Но все в равных условиях, поэтому все соблазняются этим всем, поэтому тут спортсмены будут доту побеждать, которые не отвлекаются на это все. Ну, гостиница вообще супер большая, это же просто, по сути, даже комплекс. Тут есть баскетбольные площадки, теннисные корты, куча бассейнов, бары, рестораны. Тут вообще все есть, то есть просто утопия какая-то. Я не знаю, как будто просто в какой-то фильм попал. Короче, теннисный корт. У нас вид с балкона на поле для гольфа. Ну, смешно, если там не прибыли. Заходим. Это, собственно говоря, наша комната.
что у нас тут? У нас тут подарки от организаторов. Вот, вот такая сумочка. Сама по себе даже сумочка уже как будто такой стилек имеет, спортивный, такой полуолдскульный. Поэтому сейчас будем смотреть, что подарили, и пояснять за шмот. Тут сразу на сумочке вот можно... Я не знаю, как это называется, но тут можно написать, короче, свой name. Написано Бэтбум Лукаша, фон, email и так далее. Чтоб не потерялось. Так, в сумке у нас содержимое, значит. Но пошли по очереди. Это, как вы можете понять, все-таки это коврик. Вот. Блин, а коврик прикольный. Вот такой коврик красивый. В таком балийском вайбе. Герой Доты. С таким интересным рисунком. Не сказать, что мне прям очень нравится рисунок, но коврик очень нравится. После коврика у нас идет... Вот это вообще интересная штука. Это, короче, вентилятор на шейну. Вот так его назовем. Вот он Егорычу понравился. Я его вот его только видел. Вот. А он у меня, кстати, черный, у Егора белый. Вот так он брендированный. Вот такой. Я не знаю, давайте, если он заводится. Заводится. Только настраивается как удобно. Для жаркого Бали неплохо даже. А, тут режим еще. Три режима. Вообще прохладненько. Ну, не сказать, что супер удобно, но... Если было время лечь на лежак какой-то под солнышком, прохлаждать себе шейку и загорать. Звучит очень сладко. Так, дальше. Дальше вот такая сумочка на пояс. В таком, похожую на Инте давали, вот похожего такого софт-тач, вообще приятного качества. Вот, тут тоже брендировано, тут дополнительный кармашек тоже есть. Вот. Вроде прикольненько выглядит, не знаю. Мне нравится. Так, футболочка. Футболочка базовая. Сейчас отдельный класс ее будет открыть. Справились. Сейчас мне это все убирать еще. Вот такая футболочка спереди. Мерить я ее, конечно же, сейчас не буду. Вот такая сзади. Дальше это такой прикольный пин. Вообще есть вот много моих знакомых со всех ивентов. Я собираю бейджи, кто-то собирает бейджи, ключ-карты брендированные от гостиничных номеров, кто-то пины собирает, кто-то все вместе. Вот. Ну, пины точно почти все собирают с НТА, потому что там прикольные аегисики. Вот, но этот вообще тоже прикольный достаточно пин. Переливающийся такой, объемный. Тоже not bad. Дальше это, если я не ошибаюсь, Панама. Заспойлерю сразу. Не думаю, что, конечно, моего размера. Тоже брендированный, естественно. Тоже логотип турнира. И тут Bali Major. Мое уважение. Что тут осталось? И последний. Худак. Да, это именно худак. Это из что XL? Мне кажется, это не XL. Мне кажется, азиатский размер надо было явно не XL просить. Вот, да, да. Вот такой он. Спереди. Такой же сзади принт базовый. И тут на капюшончике есть прикольная вот такая вышивка. Только одна. Вот если бы таких было побольше, было бы поприкольнее. Вот такое... Облачко такое, что ли, прикольное, короче. Вот такой вот обзорчик получился. Короче, чтобы получить все эти подарки, вот все очень вот эти вот крутые подарки, очень важные максимально, да, там вот, с Бали для вас, ребят, вам надо подписаться на телеграм-канал «В гостях у Лукаши», оставить комментарий, почему именно вы должны иметь вот эти шмотки все. Вот этот ковер прикольный, вот эту панаму замечательнейшую. Вот.
поставить лайк под видосом и быть подписанным на наш канал. Выполняем все и забираем подарки. Каждый получит по какой-то одной единице. Вот, поэтому можете еще написать, что конкретно хотите вы дополнительно. Вдруг повезет, и вы получите прям то, что хотели.